Добрый день. Мы начинаем пресс-конференцию заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина по проекту основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. Документ был опубликован сегодня. Я надеюсь, что вы все успели с ним ознакомиться. И вначале Алексей Борисович расскажет о ключевых моментах этого документа. Алексей Борисович, пожалуйста. Добрый день. Сегодня мы опубликовали первый проект нашего ежегодного стратегического документа основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящие 3 года. Цели и принципы денежно-кредитной политики остаются неизменными. Основная функция Банка России, как ее определяет Конституция, это защита и обеспечение устойчивости рубля. Закон о Центральном банке уточняет, что эта задача решается посредством поддержания ценовой стабильности, то есть низкой и стабильной инфляции. В законе также отмечено, что поддержание ценовой стабильности является одним из необходимых условий для сбалансированного и устойчивого экономического роста.